Всем привет, с вами Серега, молодой фермер, вы на канале Ферма Золотой Бычок. Вот у нас продолжается заготовка кормов. Сейчас мы находимся на весовой. Приехали за зерновыми отходами. Сейчас, значит, дожидаемся своей машины, оттариваем ее, взвешиваем и будем загружать. Вот она находится, весовая. Сейчас дожидаемся своего газончика, взвесим его. Выписали 5 тонн зерновых отходов. Посмотрим, поместится или нет, а то придется потом добирать мешки. Все-таки рассчитываем на то, что 5 тонн газон все-таки сможет забрать. Вот уже пошли КАМАЗы, зерновозы оттариваться. Ну вот и казачок подъезжает на нашем газончике. Сейчас взвесим его. Заезжай. Здрасте. Зайцева оттарьте, пожалуйста. По кругу объезжай. Понятно. Да, там они прицепчик загружают. Что, как завелся сегодня? Да ничего. Стекло, блядь, как это греется. С рассолом хуй, салон. Когда я на воде была, все, горячей водой пролил, а вот рассол, блядь. Я подогрев на трактор поставил. Но все равно час надо ждать, чтобы он нагрел его. Отъедет тогда. Да, отъедет тогда он. Вот первая куча здесь.
Прокрутили мы газон. Получилось 5300 килограмм в него зашло зерновых отходов. Для сравнения, вот можете сравнить с зерном, какой вес. Значит, газон 5300 у нас получилось. Сейчас, значит, поедем на ферму, выгрузим. Ну и будем дробить. Расстелили полог. Сейчас пока выгрузим сюда зерно, накроем его, будем дробить, накроем на всякий случай, чтобы не было никаких осадков. Пускай прям по пологу заезжает. По пологу, Серый, прям заезжай. Вот сюда высыпать должен. Вот. Вот, иди сюда. Открывай, ложись. Вот, переключи. Возьми, он десятый. Переключи, возьми. Он выгрузит, он это, нормально. Тяжелое поднять не может. Поднимай! Поднимай! Сейчас немного выгрузили. Пошло легче. Смотри.
зерно. Доска выдержала. Такой полог под сено. Закрыли вот такую кучку зерна. Все, теперь осадки не страшны. Теперь можем дробить в любой момент.